Я бы хотел выделить четыре основных источника. Первый – всем известный Единый государственный реестр недвижимости ЕГРН, где в соответствии с 218-м федеральным законом публикуются сведения о частичном или полном расположении земельных участков, границах, зон с особыми условиями использования территорий. Второй такой всеобъемлющий источник – это правила землепользования и застройки города Москвы, которые опубликованы на официальном сайте правительства Москвы. Третий источник картографический – это СОГД, это электронная карта, на которой также все удобно видно, видно, какие объекты, от каких объектов какое воздействие, ориентировочный, расчетный, установленные зоны, все там опубликовано. И четвертый есть еще источник – это реестр Роспотребнадзора, который является открытым источником информации по выданным санитарно-эпидемиологическим заключениям Роспотребнадзора, и он доступен на, там, по ссылке fpcrc.ru.